Цель, с которой приехали турецкие инвесторы, осмотреть заводы и промышленные объекты республики. Акбаш Холдинг – одна из самых крупных инвесткомпаний Турции, которая работает в четырех направлениях. Первые гости осмотрели швейную фабрику в Али-Юрте. Инвесторов ознакомились с процессом работы, а также показали оснащение цеха, продемонстрировав работу современного оборудования. Представители холдинга высоко оценили потенциал швейной фабрики и предложили взаимообучение сотрудников. Они каждую неделю на сырье будут завозить на 1000 халатов. То есть каждую неделю по 1000 халатов мы должны. Мы посмотрели и очень понравилось то, что по последней марке, то есть все оборудование закуплено, именно новейшее оборудование. Возможности хорошие у фабрики. Соответственно, наш опыт в этом направлении, нам нужно объединиться в том плане, что мы будем обучать их сотрудников. У нас, наших сотрудников пришлем сюда, чтобы здесь тоже они помогали в производстве и так далее.